Добрый день, меня зовут Ольга Шевцова. Я являюсь директором и дизайнером и владелицей авторского ателье. Живу в Новороссийске. Человек творческий, люблю путешествовать. И сегодня я бы хотела познакомить вас с автомобилем Lifan X60. Очень удобная посадка, удобное сиденье, но пока все комфортно. Будем пробовать дальше. Говорят, Lifan переводится как летящий на всех парусах, ну, поэтому полетели. Это очень плавные педали, не нужно никакого усилия, учитывая, что я всегда езжу на каблуках. Немаленькие зеркала. Очень удобные, большой обзор, хороший. Поедем не по центру, как раз проверим особые характеристики автомобиля, так как она повыше. Едем через горы, хорошо поднимается, легко, без особых усилий. Сегодня я протестировала автомобиль Lifan X60. На мой взгляд, достаточно удобный и комфортный салон. Большая, хорошая вместимость и у багажника, и у салона. То есть это немаловажно для каких-то поездок и путешествий. На мой взгляд, это идеальное соотношение цены и качества автомобиля.